Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, сегодня у нас битва замков, усаживайся, елки-палки, поудобнее, роллинг, ёлк, 107 тысяч самоцветов, но это не все, мой друг. Заходим в события, парящий остров, хоп-ла-ла-лей, так, пыли много, и задачи у нас большие. Меня зовут Саша, вы на канале Князь. Лепи свой большущий княжеский лайк. Чем больше княжеских лайков, тем больше недостающих выбитых героев. Если ты хочешь, чтобы я у тебя пооткрывал акции, паролил там, ссылочка в описании, заявки на роллинг, оставляешь там заявку, я в ближайшие дни возьму и рассмотрю. А нахожусь я на аккаунте игрока под ником просто Прапор. Это человек, который, кстати говоря, бросал играть, как я понимаю, и сейчас он вернулся в игру. И в честь этого у нас роллинг... Да, ребят! Кто-то возвращается в игру, и в честь этого у нас роллинг на 107 тысяч самоцветов. Сейчас вам расскажу о тех героях, которых не хватает. Гильдия No Mercy, прием через Telegram Dudix или Николай 2228. Далее, что еще хотелось бы отметить? Там, кстати, много мест свободных, так что, ребятушки, если что, берете и вступаете. 983 тысячи сил. Человек хоть и бросал играть, но у него силы больше, чем у меня. Как жить так вообще можно? Что за фигня? Я вроде бросать не играл, а силы у меня с Гулькин письку. Вот, так, вот у нас аккаунтик. Давайте я вам расскажу, каких героев не хватает. Это у нас нету мастера рун, которого мы выбили в прошлом роллинге, если вы не видели. Это Мэри, механоид Альфа, леди Божество, Матрона, Барт. Ну, подожди, смотри, мастер рун, окей, мы можем выбить за самоцветы. Мэри только из акций. Механоид Альфа только из акций. Леди Божество только из акций. Матрона. Матрону можем выбить. Барт из акций. Хладный призрак. Мы так можем выбить. Дама холода мы так можем выбить. И Мишу мы так можем выбить. По сути, из тех героев, которых мы можем выбить, самая главная задача у нас выбить, конечно, мастера рун. Там, а остальных уже для коллекции и судьбы. Так, что у нас с парящим островом? Парящий остров. Что мы оттуда можем собрать? Ну, не знаю. 1600 пыли вроде бы и много, а вроде бы как бы и нет. Так, награды. Мастера рун. А, ну, леди божество. Леди божество, механоид альфа. Мы вряд ли соберем мастера рун. Ну, вот, надежда на леди божество, друзья. Дальше, что еще хотелось бы отметить? Так. Угу. Тут осколки. Подарки. Опа! 9 акционных карт, друзья. Да, здесь и леди божество, и, короче, всех можно выбить. Дальше, еще вот такая карта. Отсюда может выпасть недостающий Миша, дама холода, мастер рун. Слушайте, ну интересно, давайте оставайтесь здесь, давайте попробуем паролить. Вообще, конечно, наверное, не знаю, логично, нелогично устраивать роллинг. Но давай попробуем. Так, на сколько процентов мы сможем выполнить, скажем так, заказ? Да, то есть, смотри, мастер рун, Мэри, механоид Альфа, это 3 героя. Леди Божество 4, Матрона 5, Барт 6, Хладный Призрак 7, Дама Холода 8 и Миша 9. Ну, будем в процентном соотношении тогда считать. То есть, ну, грубо говоря, если одного из этих героев выбиваем, то, по сути, там на 13% задачу роллинга выполнили. Ну, шо, дамы и господа, полетели. Так, и еще моментик, да, я там открыл такой, типа... мимасочный новостной телеграм-канал, ссылка будет в описании, если что, заходите. Повелитель бури нас встречает с Ноузила. Напоминаю, что мастера рун выбить, ну не знаю, почти невозможно, сколько я его ролил, получилось выбить только один раз, и я ролил и большие, и маленькие суммы самоцветов Валентина. Ну вот, потому, конечно, если выбьем, даже несмотря на то, что здесь 100 тысяч самоцветов, а это будет великой удачей, друзья. Потому что вот сейчас за самоцветы, Бигфут, и главная задача у нас выбить мастера рун. Потому что из тех трех карточек, что у нас есть, вряд ли он, конечно же, оттуда выпадет. Потому что, опа, ну слушай, вообще, в принципе, герои падают достаточно неплохо, я вам скажу. Оборотень, панда-разрушитель, так, ведьма-морозница, суккуб, так, циклоп,
палач. Ну, вот. Будет, конечно, очень грустно, если игра отплатит игроку, который вернулся играть, и, судя по всему, задонатил, отплатит ему... Опа, Миша недостающий. Так, ну на процентов 13 мы уже выполнили задачу, друзья. Да, как бы для коллекции, для судьбы Миша есть. А будет грустно, если игра вот перекинет через плечо игрока, который вернулся в эту великолепнейшую замковладельческую историю, задонатил, ему как бы не даст достаточно недостающих героев. Будет, конечно, очень грустно. Так, Медуза, Циклоп, Ледяной Дьявол, Медуза снова падает, Миша, Оборотень, Домохола, да? Вот, так, уже на процентов 26 выполнили заказ, или она была? Нет, ее не было. Дама Холода, недостающий герой. Слушай, ну пока что идем неплохо. Пока что еще идем неплохо. Так, нам Матрона нужна, кого мы можем выбить, да? Хладный призрак и Мастер Рун. Матрона, Хладный призрак и Мастер Рун. Давай, иди сюда. Ну, Хладного призрака, конечно, не самая большая проблема создать. Он поиграет в линию обороны. И там в любом случае со временем соберет данного героя. Ну, конечно, было бы прикольно, если бы выбили вот здесь, грубо говоря, и сейчас. Не забывайте подписываться, ребят. Не забывайте настраивать колокольчик, жмякать его, проверять настройки, чтобы вам приходили оповещения, когда у меня начинается стрим или какой-то видос, вот, Фобос, слушай, падают герои, чтобы ничего не пропускать, а то многие жалуются, вот, у тебя стрим начался, а вот уведомление не пришло, вот, проверяйте настройки колокольчика, жмякайте, я буду, опа, Хладный призрак, я вам буду весьма благодарен. Так, ну уже на процентов 39 мы выполнили заказ, то есть мы... Ну, выбили трех героев, ну, может, 35%, выбили трех героев из 9 недостающих. Ну, 33% на самом деле, примерно, да? 33%, еще 6 героев осталось выбить. Вот, мы не сможем это выполнить на 100%, но тем не менее. Так, остается Мастер Рун и Пепельная Матрона. Давайте, ребята, еще 54 тысячи самоцветов. Очень бы хотелось бы выбить данных героев. Вот прям очень хотелось бы. Так, Кристаллический Эктоплазм, Капитан Дрейк, Бочка, Ледяной Дьявол. Ну, Афина, давай, Мастер Рун, пожалуйста, приди. Мастер Рун, приди. Но шанс на него, конечно, милипиздрический просто. Фрея, Валентина, слушай, Драка с Ноузилла. Ну, неплохо, неплохо падает. Даже редкие какие-то герои вываливаются, выкатываются. Землеройка даже упала, да? Смотри-ка, как интересненько. Вот. Ну, по факту, да, мы хоть и выбили недостающих героев, но это такие самые лайтовые, самые простые. То есть Дама Холода, Миша. Вот, Хладный призрак, такие, знаешь, самые менее необходимые. Ну, для судьбы, как бы, это все хорошо. Для судьбы это все классно. Мы не останавливаемся, ребят, мы продолжаем. Королева змей, Тритон, Снайпер. Давай, давай. 30 тысяч самов, на самом деле, осталось. Шансов все меньше и меньше. Ну, хотя бы еще одного из этого списка. А, там, Матрону или Мастера Рун было бы замечательно. Пожалуйста, рандом, Мастер Рун, приди. Пепельная Матрона, приди. Эй, эй, давай. Очень, очень уж хочется. Медуза. Эх, Оборотень, Снайпер. Панда-разрушитель, Алхимик. Да что ж ты будешь делать? Давай, 20 тысяч самов. Шансов все меньше и меньше, но мы им верим. Мастер Рун, давай, два Капитана Рогатка. Дама Холода второй раз падает, но это издевательство. Вместо нее должна была упасть Пепельная Матрона. Ну, рандомчик, 16 тысяч самоцветов, 16 тысяч самоцветов, 16 Рыцарь Тьмы, Валентина. Ну, давай, давай, дружище, Пепельная Матрона, да! Слушай, ну это прям шикарно, на процентов... Ну да, процентов 40 уже выполнили заказ. Конечно, это не Мастер Рун, и Мастер Рун будет сейчас выбить невероятно трудно из карточек, тем более из пыли, 1500 пыли это мало, но, ребята, но, блин, ну хорошо, слушай, могло быть намного хуже. Я бывало сейчас там последнее время тратил по 100 тысяч самов, и было все очень грустно, да, там вообще не падали герои. Так, 8 тысяч самов, если выпьем Мастер Рун, приди. Это будет прям вообще огонь.
Это будет супер чудо, но мы верим в чудеса. Давай, мастер рун, приди. Мастер рун, пожалуйста, друг мой, приди. Не обламывай меня. Наемный убийца, ледяной дьявол, студенистый рыцарь. Эй, друг. Друг. Эй, Сноузила. Фараон, последний... не выбили. Слушай, вот мне... Ты, прапор, конечно, извини, но вот это вот... давай мы вот так вот сделаем, чтобы нам не путаться, смотреть, что у нас там по осколкам собирается, да? Так. Так. Так, сейчас тогда пойдем по всяким этим пылям и прочей ерунде. Ненавижу, когда вот так вот делают. Хотя бы, когда буду сейчас из пыли собирать героев, будем ориентироваться, смотреть, что да как получается. То ёб, ты посмотри. Вот я не понимаю, зачем вот зачем вот так вот держат героев тут? Накапливают. Так, тыква. И окей, у нас получается. Видишь, Леди Божество. Окей, это все грустно. Барт, 60 осколков, окей. Так, что у нас по ништякам? Ваши подарки. Что мы можем тут открыть? Можем вот эту вот штуку открыть. Так, мест на самом деле целая куча. Пока что мы вот это вот все добро откроем. Ну, что еще более-менее интересно открывать. Ресурсов сыпется целая куча. Карточки эти. Ну, карточки тут падают те, от которых нам на самом деле толку совсем не будет. Ну, почему бы и не да. Чё, аккаунт просто так дался на ролик. Вот это открываем, ништяки. И вы пишите в комментариях, вообще все ништяки открывать или нет. Вам интересно, не интересно. Так, у меня прям предвкушение. Сначала будет очень интересно, что у нас получится достать за пыль. Да, ребята? И потом будет интересно, что у нас получится достать за карточки легендарных героев. Так, это мы открыли. Дальше 275 вот этих вот сундуков. Эх, ресурсов тут, конечно, на аккаунте немало. Силу тут раскачать можно, мое почтение. Ай-яй-яй-яй. Так, давай. Долбим. Открываем. 100 сундуков остается. 100 сундучков. Кейк. 60 сундуков, 50, 40, 35, 25, 15, 5. Все, открыли. Дальше у нас что тут? Это мы вот так вот сделаем. Каменная кожа. Ага, это у нас тут просто. Это просто, да господи, сколько тут сундуков-то вообще, а? Мое почтение. Столько сундуков. Твою ж дивизию. У меня там что-то мелкое заплакало прям в комнате. Ужас-то какой. Так, открываем. Так, ну, сколько? Все, 15, отлично. Давай дальше. Что тут у нас еще? Мешок эмблем Prime. Окей, дальше. Мешок с эмблемой уровень 7. Окей. Дальше, это что у нас? Так, это мы тоже, ребята, берем, открываем. Ой, блин, облизываться хочется, смотря на эти ресурсы. Твою же дивизию. Ёлочки-ты-палочки. Открываем ресурсики. Все прям хорошо и замечательно. Жаль, что не на моем аккаунте. Отлично. Так, 5-й сундуке. Тут еще бонусов навалит. Неплохо так. Книжечек. Я тоже хочу открывать ресурсы на своем аккаунте. Чем мне так не прет, а? Я тоже хочу. Очень хочу. Почему нет? А, почему? Ну, я тоже, давай, дайте мне там пару донатных пакетов. Вот. Хочу подкрывать ресурсы на аккаунте. Хочу попрокачивать героев, хочу, понимаете? Пожалуйста. Давай, открывайся там уже. Ну все, сколько у нас тут еще осталось? Ой, 535, о боже, 535 сундуков. Господи, я потом посмотрю, сколько это. Потом, ребята, когда откроем там вот эту вот пыль, вот это вот все, мы посмотрим, короче, сколько здесь всего этого добра-то, а? Так, 420, боже, я, наверное, это буду ускорять. Ускорять я буду это видео, но не вырезать, а буду ускорять. Так, 300 сундуков, что у меня там мелкая дочь, короче, ругается с мамой, там крики, визги, плач. Жестко, конечно, жестко. Так, па-па-па-пам. Та-ра-та-ра-тан. Давай, открывайся уже. Открывайся. Ну, 90 сундуков остается. Кстати, я боюсь представить, сколько там камней. Потом в конце видео посмотрим, сколько здесь всего ресурсов. Порадуемся за прапора, а? Так, мешок с эмблемой Prime. Отлично. Так. Отлично. Так. О, отлично. Замечательно. Все эмблемы откроем. Что-то, конечно, не фигня какая-то, но тем не менее откроем. Так, что у нас тут еще по бонусам? Так, вот это. Вот это. Легендарный мешок с эмблемой. Так, ой, какие тут классные. Вот это еще классно. Вот эти мне нравятся, да? Тут, конечно, есть бесполезная штука, да? Вот эти камни там для объединения эмблемы. Вот это вот все. Но здесь и карточки падают. И одно, второе, третье. Это прикольно. А что нет? А что нет-то, когда да? Так, окей. Это мы сделали. Так, набор почтения. Уже открывать не будем. Редкий пакет эмблем. О, второго уровня. О, боже. Смотрите, карточка у нас тут накопилась. Будем это все открывать. Ну, а сейчас пошли уже непосредственно тратить чужую пыль.
Берем, заходим сюда. Вот, и я возьму себя вот так вот, перемещу. Эй! Да, чтоб вам... А, давай вообще... Что-то я там не то делаю. Давай вот так вот. Опа! Чтоб вам было видно, что там вообще, как падает, ребята. Полетели. Та-та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та. Так, механоид альфа вижу. Леди божество. Механоид альфа. Ну, механоид, да, конечно, там ты его запаришься с пыли собирать, когда падает по два осколка. Да, леди божество, как и на моем аккаунте, достаточно грустно падает. Так, ну, в принципе, по идее, должны собрать, я думаю. Так, что у нас тут? 10 осколков механоид альфа, да. Мастер рун 16, леди божество 30. Не, ну леди божество, как бы, ну, должны по-любому собрать. Давай. Полетели. Механоид альфа падает. Леди божество упала. Механоид альфа. Мастер рун. Механоид альфа. Мастер рун. Так, падают, падают, падают. Так, наш почтовый ящик полный. О, забираем ресурсики. Заходим сюда, смотрим. Мастер рун уже 29 осколков, леди божество только 10 осколков упало, механоид альфа 19. Ну ладно, не останавливаемся. Заходим сюда, давай парящий остров. Полетели. То видео у нас и так слишком долгое. Мастер рун падает, механоид альфа, мастер рун, механоид альфа. Так. Это мы все забрали. Слушай, давай уже-то раз через раз будем смотреть. Давай вот. Сейчас. О, леди божество попадало. Да, механоид альфа падает часто, но извини меня, это просто слезы по два осколка давать. Леди божество. Так, ништяки забираем. И теперь идем. Идем сюда. Так, механоид альфа 37 осколков, мастер рун 64, леди божество 60. Блин, мастер рун обгоняет леди божество, хотя леди божество по 10 осколков падает. Серьезно? Не, мы не выбьем леди божество. Ну, типа, как бы, короче, задница. Вот. Она вроде должна, по идее, падать чаще всего, плюс за нее дают дофига этих осколков. Да, но вот что на моем аккаунте я пытался ее выбить, и мне не хватило. Вот что на этом аккаунте, да? То есть просто или какой-то дикий рандом, или какой-то супер уменьшенный шанс. Ну вот, посмотрите, вот смотрите на призы, то, что падают, какие осколки. Механоид альфа и мастер рун. А леди божество не падает. Я говорю, сейчас я даже специально заходить не буду. Вот сейчас будем просто весь парящий остров тратить. И как бы вы увидите, что как бы грустно. Механоид альфа, я леди божество вообще не вижу. То есть, типа, это вообще как? За 1500 мы 40 осколков только получим? Это еще хуже, чем у меня получается было. Просто жесть. Так, давай. О, вот сейчас увидел в первый раз леди божество. Второй раз упало, третий раз упало. Вот начало вроде падать и... Прекратила, сучка. Так, ну посмотрим, сколько там навыбиваем. Дальше. События. Парящий остров. Давай дальше. Механоид альфа, мастер рун. Механоид альфа, мастер... А, все, у нас, ребят, закончилось. Кстати, есть акция на трату, временная акция. Рулетка император заработает на героях. Это что такое? О, мы можем тут что-то забрать. 10 тысяч самоцветов можем забрать. Одного редкого героя. Одного редкого героя не можем забрать. Да, 10 тысяч самоцветов. Окей. Можем еще десятку тогда паролить. Эй, ну и что? Давай, заработай на героях. Что там? Так, забрать. Самоцвет, эти забираем.
А, ну тут как бы просто стандартно, да? Забрать. Окей. Надо 777 очков нужно, чтобы забрать редкого этого героя. А, так, это все получено, да? Оно глючит. Короче, мы вроде все позабирали, но сейчас еще десятку потратим. Может быть, у нас накопятся очки? Так, забираем, давай. Бонусики. Что у нас по осколкам там собралось? Ну-ка. Мастер рун, 137 осколков. Мастера рун собралось больше, чем Леди Божество. Леди Божество 90 осколков. Механоид 79. При том, что ее падает по 10 осколков, да? Механоид там падает с гульки нос. Прикольно. Ну а что тут еще скажешь? Так, 10 тысяч самов больше. Больше. Больше здесь не валяется. Давай попробуем. Может быть, там даст какого-то, не знаю, мастера рун. Полетели. Мастер рун, приди. 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 Фея. Череп. Два черепа упало. Мастер рун, давай, дружище. Мастер рун. Призрачный всадник. Мастер рун, давай. Давай. Эй, сука. Так, смотрим акцию. Хватайка. Магазинное безумие. Заработай. Где это? Заработай на героях. Заработай на героях. Ну-ка, набрались очки? О! Вроде набралось, да? Один редкий герой. Что там дает? Вы получили руну таланта 10 уровня. Вы чё? Блядь, тут редкий герой должен был быть. Ну это не то. Что это за залупа? Ты жмешь, типа, редкий герой, и ты получаешь две эмблемы. Я не знаю, прапор, видос смотришь, бля, напиши разработчикам, что это за херня? А, эти награды гарантированно включают одну из карт героя. Включает в себя одну из перечисленных карт героев. Бля, руна таланта, это охренеть, короче, карта героя. Просто не акция, а кусок залупы. Просто высраный из жопы бегемота. Ну ладно. Просто жесть. Так, ваши подарки. Заходим сюда. Тут у нас прибавилось сундуков. Эти сундуки эти откроем. Просто, я не знаю, по-другому, я не знаю. Ну, мне трудно не материться, друзья. Мне трудно не материться. Так, 42. Вот этих, вот это вот классная штука, конечно. Так, отлично, давай. Простые карты открываем. Так, видео какое-то супер долгое. Постараюсь его там ускорить моментами. Это нам не интересно. Это нам тоже, по сути, не интересно. Так, это нам тоже не интересно. Так, дальше это нам тоже не интересно. Так. Опускаемся ниже. Вот что нам интересно. Так, 5 уровня карточка. Оттуда есть шанс выбить мастера рун. Но вы сами понимаете, какая это залупа. Но мы попытаемся. Если он оттуда выпадет, то... Но мне кажется, из этих карт его сложнее еще выбить, чем из роллинга. Давайте. Мастер рун, приди, Миша. Мастер рун, приди, сука. О чем я вам и говорю. Так, тут уже все, все очень прикольно. Я даже вот, ладно. Так, тут уже все очень прикольно. Отсюда нам нужен бард, леди божество,
Кровавая Мэри. Давай попробуем. 9 карт. Это, ребят, немало. Давай. Первая карта пошла. Бард недостающий. Отлично. А, давай. У нас остается, грубо говоря, Мастер Рун. Механоид Альфа. Ну, Мастера Рун с Механоид Альфа мы уже не выбьем точно. Но у нас надежда на Мэри. И Леди Божество. Давай. Ну, сейчас, бля, если будут барды-дуэлянты падать, то это такое. Ну, блядь, о чем я вам говорю? Вот это офигенно шанс настроили. 9 карт открываешь, выпадает только дуэлянт. И в лучшем случае бард. Просто так сделали бы карту на дуэлянта и на барда. Типа так бы и написали. Типа 95% шанс на дуэлянта и 5% на барда. Вообще отлично. Ну, давай. Просто вот я вам о чем говорю сейчас. Вот как... Это жесть. Я уже даже ни на что не... Вот просто бард и дуэлянт. Офигенно придумали. Просто молодцы. Классно, байти. Вот, блин, просто бард и дуэлянт. Они пошли... Вот остается вот открытие этих карт одно и то же, что просто пускать, ёптую, струю поноса в туалете. Просто это издевательство какое-то. Да, есть там, конечно, история, что там кто-то лиса оттуда выбивал и так далее. Но вы сами посмотрите на эти шансы. Но это, блин, ну это ж тупо. Это жесть. Ладно, друзья, кому понравилось это видео, не знаю, ставьте лайки. Прапору пожелаю огромнейшей удачи. Пишите в комментариях, как вы оцениваете этот роллинг, потому что я не знаю, как его оценивать, если честно, объективно. Единственное, давайте посмотрим, сколько камней пламени. $25,000. Ну, прапор качнет силы. Ладно, друзья, спасибо, кто досмотрел до конца. Спасибо за поддержку, спасибо за спонсорские подписки. Всем удачи и пока. Жесть!